После того, как вы переписали программы и осознали, что теперь вы говорите со всеми спокойно, вот здесь и начинаются чудеса. Вам важно, со всеми, с кем вы разговариваете, всегда разговаривать спокойно. Если вас что-то возмущает, вам хочется кричать, повышать голос, или внутренне вы напрягаетесь, и внутри вас идут, воинственные диалоги, это работает. Как раз внутренние программы, которые скрыты от внешнего. Вот их и надо разбирать. Если вы молчите и не вступаете в споры и военные действия, то вы очень легко их отследите, измените и уберете. Если вы продолжаете кричать, возмущаться внутри или снаружи, без разницы, вам не услышать этих программ и нет возможности изменить свою жизнь. Поэтому будьте внимательны, отслеживайте, меняйте, как вы теперь хотите. Заявляйте это внутри себя, поступайте так и наслаждайтесь реально чудесами этой жизни.